Лёд, тебе долго еще? Хочется домой. Жизнь, нам дается только одна жизнь, поэтому надо прожить ее на максимум. И надо ловить самые высокие волны. Попробуем. Спасибо, что живой. Брат, дважды. Фаза Б. Ебать! Блин, Лёху похоронило просто. Бедняга. Жоть живой. Зелеными надо бананы Бля, покупать. Бля, как крестоносцы здесь гоняли вообще в доспехах. Это тупые были. Реально. А вообще крестоносцы здесь не гоняли. Как не гоняли, а в святую землю они как ходили? Ну, они через Испанию? Ходили. Они переодевались. Да. Ходили еще раз. Вот я куда-то в святую землю. Вкусные. Выкини грациозно банан. Класс. Можешь повторить? Католики очень странные ребята. Мадрид, тебе нравится Португалия? Не в восторге. А Мадрид тебе понравился? Мне нравится московское метро. Да? Я чувствую себя там как крот в подземелье. Никакого солнца, никакого ветра. Что ты сказал? Боже, блядь, все. Понятно. А ты обожаешь серфинг? Конечно. Так же, как Андрей? Да. Или больше? Еще сильнее. Лех, а как ты любишь серфинг? Я очень люблю. И все? Ну, а как еще? Ну, не знаю, расскажи как-нибудь. Как дела, брат? Что случилось? Что случилось? Да, он пиздецовый вообще. Ой, пожалуйста, ну и не нужно.